Или совет там. Прости. Прости. О! Я не хотел. Сука. Все, хорош. Хорош сегодня. Блин, ему не хватило. Попадание 11. Я так-то нормально попал. 665 урона. Ау! Да хорош пыхтеть-то, но... А тут чувака что подал внутри был, я это сразу понял. И с ПНВшкой. Спасибо. Не убивайте меня в голову. А это мой, кстати, Валтин попал. ЧВК, блин, хорошим патроном. Без патронов остался. Жулик. Быстрее юзай, сейчас вся развязка твоей каши слышит, блин. У них твой там еще нужен. Сука, так и думал, что тут сидит мышара, блин. На три крови идет, мне хана. Блять.
Ну, без перерыва они просто атакуют. Никак не захилишься. Пишет кровотечение, тебе надо хилиться, но ты не можешь хилиться. Тупо толпой задушили, короче. Я пятерых сбрил, нормально. Кстати, квест сделал, по сути. Сейчас первыми патронами, охереть. Нарез. Офигенка, ёбаная! Нет. Каков шанс? Вот и штурм он ваш готов. Так, теперь охранник надо, охранника найти. Инвентарез. Вот он! Не вижу, поднимаю третий. Тоже никого не вижу. Второй играет, ага, погоди. Да, есть второй. Дал гранат, он на строй там. Там что-то. Там РФБ, по-моему. На кухне. Еще справа. Второго я не ожидал, что он там сидит. Болтом к мне кровотечение сильно вешает. Чел, блин. Что там за патрон такой с сильным кровотечением, 100% шансом просто? Это точно РФБ, стопудово. 80-й патрон, обалдеть. Каждый выстрел сильное кровотечение. Я даже ни разу не стрельнул. Какая нахер насечка? Ух. Пипец. Классно, да, чат? Я ни единого патрона не стрельнул за раунд. Вышел на бота, у меня осечка первым же этим. Двоих? Что, страйк, реально? И... Найс. РПК. Так. Так. Теперь подлагивает. О, терпите. Сейчас минут 5, наверное, отпустит. Хотя бы как сорвал-то я их, вас было, нет, видно. А то ж я потом даже в нарезку это не поставлю. Таки сбегаем. А пойдем КГС-ки сбегаем. Вдруг там этих типов сейчас поймаем. Опа, вот они.
Не убивайте меня в голову. О, 40 уровень, офигеть. Этим горностай такой, с валдачком, все дела. Блин, не понимаю немного геймплей на американском сервере. А, вот бегает. На американском сервере в лесу. Что они делают, вообще не понимаю. О, рывками, видите, бегает полянка. Плохо. Так, это СКС-ка. В людях пропал дух авантюризма. Какая гадость, это ваша заливная рыба. Как заваруха, так стрим зависает. Ну, я вижу, что стрим зависает, потому что народу уже 100 человек осталось на стриме. Спасибо Ютубу за это большое, конечно же. Маленькая такая фирма Ютуб, которая... Ну, слышали наверняка, да? Там у нее такая небольшая площадка, видеохостинг. В голову попал. Не в голову, что ли? Блин, там еще один. Уходим. Чё, я вправо не могу отодвинуться? Что за баг? Или мне горочка мешала, что ли, вправо сделать шажочек? Пойдет. Бля. Это не он. Жить. Ладно, лутаем. Броня 7 хп. Разница, конечно, такое, блин. Просто вот так посреди опена ложится. Такая ошибка. Где ты, блин, чел? Блин, еще справа один. Так. СКС-ка еще должна быть. Готов. Так, так, сейчас хорошо разыграли.
Даже, по-моему, три разных челика в одном этом убили. В одном кринче. На, попей. Чушуть. Ну, если ты выжил. Квест гренадер готов к завершению. Здрасте. Опа, там какой-то глушак у нас еще оказывается. Как-то они меня вообще проигнорили, короче, блин. Ну, смотрите, вот грена вот тут взорвалась, видите? И он просто выжил, короче, человек. Два? Один прям подо мной, один вот там. А, типа, погоди. Шесть же человек на локации. Но все меня игнорят. Они просто все бегают от меня. А что для вас, какая-то шутка? Это? Нет? Если нет, блин. Это не хэд, что ли, был? Просто интересно. Просто интересуюсь. Кто-то там крадется медленно. Немножко тайминг не выждал.